Александр Михайлович, с победы важно было выиграть вот после двух неудачных встреч? Конечно, после двух поражений где-то немного неприятно было то, что не могли долго победить. Поэтому эта победа для нас важна именно в психологическом плане и просто для роста ребят. Была белая полоса, дважды кряду выигрывали 4-0, потом, видимо, черная полоса. Это все из-за возраста? Ну, нужно учитывать, что мы где-то немножко зависим от того, что у нас приходят ребята или с Казанки, или с основного состава. Понятно, что они с нами не тренируются, поэтому те тактические моменты, которые присутствуют в игре, они не всегда понимают. Но были и соперники чуть послабее. Соответственно, мы играли в атакующий футбол, использовали, да, и завершающей стадии получали, забивали мячи. Потом чуть пошли соперники посильнее, появились некоторые проблемы. Плюс, да, вот эта ротация состава, мы немножко зависимы, да, от Казанки, от основного состава. Она сказалась, те ребята, которые не играли, молодые, появились шанс, но игровой практики им не хватало, они где-то выбились из игрового тонуса. Но сегодня просто все молодцы. Понятно, что в первом тайме, может быть, в меньшей степени получилась игра, ту, которую мы планировали. Хотя мы всегда планируем играть в атакующий футбол. Вот, но именно из-за того, что атакующая группа у нас немножко не так интенсивно и агрессивно отбирала мяч, были определенные проблемы. Во втором, хочу отметить особенно, да, и от Замбалата Цалагова, и Артура Черного. Ребята добавили, вышли и показали то, что у нас действительно и в академии есть сильные ребята. И в целом есть коллектив, который способен достичь многого. Снова забил Илья Рубцов. Все отмечают его прогресс за летний период. Вы индивидуально работаете с центральным нападающим? Может быть, помните себя еще молодым форвардом? Ну, если вспомнить себя, очень важно, особенно в таком возрасте, это доверие тренера и игровая практика. Илья доверие и игровую практику здесь получает, поэтому и такой результат. А индивидуальная подготовка, она всегда важна. Соответственно, мы это говорим не только Илье, а всем, что для них самое главное, это сейчас должно быть, да, футбол, 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 футбол. То есть обязательно, чтобы они играли, играли, играли. И, соответственно, работали, стремились к тому, чтобы расти и вырасти классных футболистов.